Продукт можно есть и не опасаться за свою собственную жизнь и за жизнь своих близких. Я, например, дома, вот, ну, работая до этого и в других компаниях, я вам рассказывал, да, сетевик со стажем, никогда не мог заставить там, ну, ни дочку, ни жену, что-то кушать. Эти дрожжи у нас уходят, как пирожки горячие, знаете, вот просто. И ребенку не скажешь, нельзя. Один блистер за один день спокойно может. И вот так каждого продукта. Но они же вкусные. Вреда точно не будет. А передозировки не будет? Нет, не будет. Ну это как фруктов много скушать. Представляете? То есть организм не хочет, то есть он так же скажет, все, хватит, я больше не хочу. Ну значит, у моей дочки 6 лет нет проблем. Поэтому у нее никаких обострений. Но вот Альт, она ест больше всего. Альта, она ест больше всего. Ну, вот у моей дочери, могу рассказать вам результат, на своей дочери, если интересно рассказать. Вот, 2 года назад я праздновал свое день рождения в Алма-Ате, потому что не было времени приехать домой, поэтому приехала жена с дочкой ко мне в Алма-Ату. Там проводили семинар, выезжали в горы, и там купалась она в бассейне. В бассейн, разумеется, в отеле добавляют хлорку, ну, она любительница у меня купаться в бассейнах, и она не вылазила с бассейна часа, наверное, 2-2.5-3. В итоге ночью пришлось вызывать скорую, потому что настолько был сильный зуд. Ей сделали 2 укола, супрастин и еще какой-то гормональный. Еще сделали какой-то гормональный, говорит, не переживайте, это ничего страшного. Ну, я понимаю, что в любом случае любой гормональный, инородный, это уже не есть хорошо. Но, тем не менее, сняли это обострение, после этого любое мытье рук, даже просто вот воды из-под крана, у нее начинался зуд, и глаза все вот красные-красные становились. Ну, как бы врачи объяснили, что это на самом деле серьезно, это не шутка, что даже бывает удушье наступает. Но тогда у нас не было Альта. Мы ждали уже этот продукт, мы понимали, продукт против аллергии он нужен, но он у нас появился только в марте месяце. А я рассказал про январь, когда у меня был день рождения. И в конце марта, когда появился этот продукт, конечно же, я первым делом начал давать ребенку. Сегодня ребенок может хоть в хлорке купаться. То есть прямо залей хлорку, и ничего не будет. То есть аллерген вышел. Вот это вот тучное тельца, которое вызывают, когда организм перенасытится аллергеном, то потом уже идет наружу все. Вот сейчас у ребенка, слава богу, этой проблемы нет. Это вот результат вот конкретно на моей семье, на моей дочери.